Погода в Магадане очень переменчива. Морозы, снегопады. Что же ждет нас в эти выходные, узнаем вместе с жителями областного центра. В субботу, 22 января, в Магадане ясно. Температура воздуха ночью 19-20, днем 17 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Влажность комфортная 60%. В воскресенье 23 января температура воздуха ночью минус 19, а днем 18 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Влажность комфортная 62%.